Доброе утро, батюшка. Доброе утро. За ягодами. Ты ягоды собери, нам маленько оставьте. Ну ничего себе, Виталий-то наколол. Молодец ты, брат. Смотри, какую кучу наворотил. Тебе надо фотографию сделать с такой кучей. Конечно. Обязательно. Вот когда я все закончу. Тогда наверх кучи сядешь и фотографируешь. Ты что, на разъезд пошли? Да. Успеваем пока. Много еще ягод. Ну да, там много. Ладно. Только хотел тебе сказать, забыл пока.